Ты чего приехал? Невесту забирать. Невесту? Какую невесту? Свою. У нас есть, может, вообще невесты какие-то? Я знаю, есть. Есть? Да, уверен. Какая невеста? Моя. Моя? Ладно, хорошо. Как ее зовут? Твоя невеста, как она, как ее зовут? Лиза. Лиза? Елизавета. Нет. Елизавета, ну давай, может, по серенаде, давай, вот смотри, вот тебе видишь. Прочитай вот это. Любишь невесту так? Придумать для невесты серенаду, вот для тебя чудесные подсказки. Использовать все эти рифмы надо, чтобы было все как в самой яркой сказке. И с чувством страсти вслух и с выражением прочти всем нам свое произведение. А ручки-то нету? Описать дайте надо. Ручку кто-нибудь. У меня БМВ было дома. Здесь нету. Нету в сумке? Есть, есть. Остались. У Лиски должно быть. Смотри. Все, тогда невесту не отдаем. Все, разворачивайтесь. Давай это заплатим. Мы тогда уезжаем. Взятку дадим. Рамис с капустой стоит. Мы тогда уезжаем. На! Это на тебе. Писать надо. Писать. Да, конечно. А потом ты будешь а потом споешь эту серенаду невесте. Ну помогите, кто у него друзья? А! Ты пьешь мою кровь? Тихо! Он писать не умеет. Напишите что-нибудь. Ручка не пишет. Она будет, как ты вот так делаешь. Давай, давай, давай. Нет, можно вот так через одну, потому что она будет сливаться. Через одну. Нет, так она не будет. Через одну. Давай через одну. Через одну там нет. Извините, как-нибудь. Стоп. На нашим. Или. Вам запоминаю, что в теле закипела кровь. Да. Я потом прочту сейчас. Я там фотку потом призову. Да, я часы неправильно прочитаю. Это должно быть рифма. Тихо, не ребят, не давайте. Я что-то придумал. На всю жизнь. Согревала. А мы левых. Жила с нами любовь. Что, что? Розы. Повыше не могли. Молодой человек, ну, а помогите хоть 5 минут стоять, свои эти обсуждают. Помогайте. Пускай он сам сказал. Да, он сам. Не-не-не, тихо, чтобы мы ощутили. Положил всю жизнь, нам жила любовь. Пусть твои глаза горят, как розы, пиши. Красные. А? Подожди, пусть твои глаза горят. Горят, как розы. Пойдет. Чего? Папа подсказал, да. Пиши. Ну-ка, дальше что там? Ну-ка, пап, давай, скажи. Прекрасная, да? Нет, давай. Грёзы. Там грёзы. А грезы, грезы это что? Это слезы? Мечты? Нет? Нет, грезы, нет. Что это? Грезы это как мечты. Грезишь о чем? Грезишь, да. Надо было Сергея Ивановича позвать. Чтобы сбылись. И чтобы сбылись. Ага. А здесь можно по Маяковскому покороче. Так прекрасно. Просто ты прекрасная, но не ужасная. Давай, пиши, Андрей, быстрее. Спасибо за компанию. Что значит свадьбы не будет? Ой, ты прекрасная. Еще час в запасе. Давай. Может, ты прекрасная. Зачеркни, да перепиши. Ты не ужасная. Характер. Не ужасная. Брак. Наш брак. И пусть наш брак сегодня брак ну, смотрится, да, как мой фраг. Да, давай, Андрюш, давай. Да, так оно и есть. И пусть наш брак, и пусть наш. Его надо отличить, наверное, чтобы он под окном спел. Смотрится, как мой фраг. Как Горшкова фраг надо написать. Давай, пиши, как мой. Чьи бабосы, на, Андрей, вот сюда все заместит. Все. Ну, а теперь надо это спеть. Ну, это надо. Так, ручку чья. Давайте, давайте, быстрее. Она тебя услышит. Любимая! У меня для тебя серенада! Чтоб в нашем теле закипала кровь, и на всю жизнь жила с нами любовь. И пусть твои глаза горят, как розы, и чтоб сбылись все наши грезы. Ты прекрасная, ты не ужасная. И пусть наш брак смотрится, как мой фраг. Ура! Ты шаг вперед. Андрюш, ты видишь вот этот плакат, да? Да. Как ты думаешь, для чего он творится? Наверное, нарисовать мой любимый. Правильно, да? Нарисовать. Где ручка? Так, мы ходили на микроблейдинг. У нас, значит, хорошие брови.
Вообще-то я ходила. Она, наверное, тоже. Брови, она, значит, красивые, пышные. Глаза или брови? Носит. Нос, ну, такой. Надо легко его нарисовать. Андрюх, жалко, что ты не джигит. Сколько проблем, блин. Так посворовал бы. Царевна Лили. Ну, ничего не было. Ресницы большие. Да, ресницы мы сделали. Походу, в шоке. Мы все сделали. Рот оставить. Рот. Ну все, копи, Лиза. Все, точно. И вроде у нас маленький. Все, похож, красотка. Красотка. Портрет мы подарим твоей Насте. Пусть она оценит. Свадебное объявление. Ого. Пожалуйста. Жених, прочти это объявление. Жених, прочти вот это объявление. Невесте выражаю восхищение. Преподнеси ей комплимент красивый, чтоб стала она в этот миг счастливей. Есть буквы на полосках объявления, с них начинай, любимый, восхваление. Можешь отрывать по одной? Ты моя флора. Флора и фауна. Е. Е. Помогайте, что ржете, Е. Давайте, помогайте, друзья. Единственное, правильно. Опять Е. Значимое. Загадочное. Загадочное давай. И опять. И? Нет, Е было. И теперь. И. Изумительное. Молодец, видишь, что справляешься. Че. Человечное. Чувственное. Чувственное, молодец. Чёрт. Л. Любимая. Любимая, конечно же. Желанная. Желанная. Большая. Б. Богиня. Бесценная. Молодец. Так. Что охотнее пьет твой тесть? Чай или водку? Ой, не знаю. Ой, мы знаем. Просто я не могу так сказать. Ответ очевиден, как бы. Чай. Молодец. Так, в какой месяц ты будешь поздравлять свою будущую тещу? В какой месяц? В марте. Что она любит больше, мороженое или пирожное? Она, конечно, мороженое. Назови полное имя своей тещи. Тамара. Иванова Тамара Ивановна. Нужный момент был, ребята. Какое животное хочет иметь дома твоя будущая супруга? У него уже есть. Лысую кошку. Фу, единицу. Да. Какой размер ноги у твоей невесты? 37-й. Молодец, угадал. Нет. 38-й. 36-й. Вчера. Да, позавчера. Нет, давай. Снимали 37-й кроссовки. На самом деле. Бабусики. Андрей, угадывай. А? Что это такое? Ну, все. Я за него. Давай. Спасибо. Какой хороший гость. Его поближе можно? Вопрос под каждым этим следом скрыт. И ты сейчас отважность не допыт. Ответ на все вопросы ты найдешь, и для невесты быстренько дойдешь. Это не то. Давай. Это начал тумбус. Возвращаемся все. Прав дороги нет. Какой палец на ноге невесты длиннее? Средний или большой? Средний. Нет, большой. Большой. Дебовоз. Опять. Андрей, ты уже кавик нарушил, пошли. Должен был опять смотреть. Слушай, ты что? Сотка за вас. Какой-то нищебрак у них. 500, на. У меня все деньги тоже. 500, так, ладно, давай дальше. Надо, эту пачку сразу дай за конкурс за этот. Пойдем следующий. Так, все, последняя нога. Давайте сейчас будете помогать мне. Давай. Какого цвета глаза у твоей невесты? Зеленого. Помогайте, ребята. Давайте. Сейчас. Нет, серо-голубые. Серо-голубые. Даже у меня фотки есть. Зеленый у меня. Зеленый.
осматривать нельзя, должен был изучить свою невесту. А не посмотрел. Значит, серо-голубые. Серо-зеленые. Серо, у меня серо-зеленые. Нет, серо-голубые. Он правильно говорит. Серо-голубые. Смотри. Вот ромашка, уравнение. Лепесток ее сорви. Цифры, заданные значения, без ошибок назови. Ошибешься, что ж, прости. Выкуп щедрый заплати. Так, что мы сделаем? Каждый задаешь. Там задание. Да. Конечно. 36,5. Температура. Нет, почему 6,5? Аптека. Бабусики. Размер. А, это аптека. Аптека 5,6,6. Все, не угадал. И ты опять не угадал. Размер. Аптека 5,6,6. Вот мой тебе суют, опять вы гости. Да. Спасибо, дорогие гости. Сереж, так, ты поменяйся местами. Что это? Наверное, он приехал за невестой. 71, угадай. А, это 71. 71, думайте. Регион. Регион, Тула, точно. Красавчик, Аталин. 42. Че? 42. Вот, а теща может? Нет, это... Нет, 40, теща 45. Да, грамм, одна. Грамм, нет. Нет, ну, дай мне посмотреть. 42, это же мои ноги, как бы, но... Ну размер твоей ноги, так и говори. А тут ты при чем? За нее? Нет, да. И косяк, деньги заканчиваются. 42, 42, что может быть 42? Весит она? Нет, ну если не нужно. Нет, там же полтинник весит. Юля! Андрей, я твоих ответов чуть сознание не знаю. Пускай будет, нет, у чести 43 размер ноги, у тещи нет. Ноги. Размер ноги даже знаешь. 42. Дом какой? 46 дом. Да, это 46. Квартира. Так, так, скорее. Блин, давай, давай. А гости будет на свадьбе? А, нет. Бабусики. Да. Размер одежды вообще-то. Ага. Второй. Ей. Ноль. Ноль? Детей у вас пока. Нерожденных. Размер груди? Андрюш, ты сказал, что вы деньги. Ну это жесткий конкурс. Дай, давай. Ноль. Нет. Давайте бабосы. Гаску, давай бабосы. Доставай. Во. Мелочи. Ноль. Мама так сказала. Давай дальше. Юля, давай, давай. Тройка. Там еще многие. Вот это размер груди, наверное. Наверное, размер груди. Нет. Да, да, третий размер груди. Нет, давай деньги. А что, не третий? Какой отличный конкурс. Подходят ответы. А что это? Три. Что три? Это три сережки она носит на ушах. Ну, да, Андрей, ты вообще ее знаешь? Вместе она загрузит. 23. Это что у нее? Конопушки на лице. Потом и получше. 23 это мой возраст. С ней связано. Это мой возраст 23. 23, 23. С ней связано что-то. С ней 23. Сколько лет? Нет. День рождения когда у меня? 23 сентября. День рождения ее. У нее 23-го прошло вообще мамин день рождения. У него Лиза тоже. Давай. Да. Ну ладно. Давай. Засчитывается. Засчитывается. 17. Что за ромашка бесконечная? 17 это было... Господи, сколько же там ромашки лепестков? Это первая должна была быть наша. Нет, 118. Ты сначала подумай как следует. Да, 17, это какая-то дата? Может, когда через час там это... Не-не-не. Другое. Пирожки или там нет? Нет. 17. Первый поцелуй. Когда ей 17 было или тебе 17? Они не целовались еще. А, нет, да. Они еще... Они только сегодня поцелуются. 17. Что 17? Ну давайте быстрее думайте. Давайте время. 17. Не, ну хоть подсказывать. Это да. Вообще это любимое число. Она сказала, что ты это знаешь. Ну заодно посмотри, какое любимое число? Она на... Давай денег. 24. Ой, это... Дать наш свадьбу. Молодец, мой хороший. Так, умничка, давай, дом вашей мечты рисуешь и идешь за своей. Докажи, что ты идешь за своей дамочкой. Бассейн не запугала. Возле дома. Обязательно бассейн. Бассейн. Гамак. Мангал не забудь. Что, печку мешаю? Беседку. Водку для собаки. А, двухэтажный. Баню. Да, собаку. Трехэтажный. Баню тоже для собаки. Иллюминатор. Бассейн, пару азиаток с бахалом. Это похоже на это. Двух узбеков там подметают на рисунке. КПЗ какой-то. А мучку отбери, как мучку отбери. А мучку отбери, мучку отбери. Все, наверное. Все, нарисовал, нарисовал. Молодец, пошли. Так, ну что, дорогой жених, ты пришел к своей невесте. Шаги от невесты, что ли? Да, вот. Ты можешь прям буквально за стеночкой сказать ей от души, чисто от души,
свои самые ласковые и нежные слова, ну и, соответственно, признание в любви. Вот, она слышит, она ждет, кричи, она трясется. Кричи, кричи, Андрюша, кричи! То у тебя на сердце прям... Кричи, Андрей! Подожди, Андрей, но пока ты подумаешь... Да, до этого ты, пожалуйста, угадай, где губки твои, дамочки. Так, 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 так. Деньги мне. А ты видел? Нет, не ее. Я видел. Тепло. А они даже не знают. Вот ее. Это Мария. Нет, это Мария. Нет. Выше? Нет. Она не красит такой бледной помадой. Нет, нет, ниже. О, ниже подсказываю. На этой же строке. На этой? Что подсказываешь? Вот, подсказываю. Вот эти? Нет, на этой же строке, вот я тебе сказал. Вот эти. Это вот эти. На этой же строке. Девочка ниже, подсказывает. Ниже. Маша. Эти? Да. Бесцветные? Ни разу не угадал. Ну ладно, что теперь? Все. Давай признавайся своим любимым. Андрюш, кричи. Ой. Кричать надо? Кричи, я не кричаю. Давай. Выбрасывай свое-то, что ты там. Давай, кричи. Лиза, спасибо, что ты есть у меня. Я тебя очень сильно люблю. Ура, молодец. Пойдемте. Вот твоя дамочка. Ура, мальчика, да. Это очень тяжелый путь. Очень тяжелый. Букет когда вручать? Сейчас. Благословение. Ну нет, вот так своими словами просто. Это просто. Потом а я сейчас заплачу. Да, не надо плакать. Давайте. Вставайте, Лиза, Андрюша, вставайте. Не плачьте, да, она сама сейчас взглянет. Вот, давай. И потом. Да, ничего, да, чуть-чуть скостили. Хорошо, все. Давайте поздравим. Да, давайте из друзей, давайте, артист, давай, это самое, скажите. Тихо, не все хорошо. Живите долго, вечно. Не спорьте, не делите детей. Да, давайте. Денег. Как счастье вам давайте. Спасибо. Все, 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 давайте. Поздравляем, ура! Поздравляем! Ура! Ну смешите, расскажите анекдот, кто не ладно, Лиза, мы не будем это делать. Сейчас благословим наших ребят. Валя. Возьми все. Дай мне ее. Все, ну давайте тогда, что, все, это самое, ребят. Пожелаем им семейного счастья, любви крепкой-крепкой. Ну все. Говори как-то эмоционально больше. Счастья, любви. Повернись, да. Чтобы у них жизнь была долгая, счастливая. Чтобы в жизни все у них радовало. Да и пускай идут по легкой, чистой дороге. Блин, слезы льются с любовью. Они это просто... сразу, да, да, сразу, давайте, сразу, ура! Все, поздравляем! Давай. За молодых, да. Сегодня целый день за вас. Только это сегодня ваш день. Это ваш праздник. Поэтому здесь даже. Поэтому будем мы. Так, ребят, давайте, кто там выберет, пойдемте, так вот самое. Что-нибудь выберите. Вот, фрукты, фрукты. Берите. Ребят. Пойдем. Возьми, встаньте вот сюда. Детки мои, я вас поздравляю с вашим, начинающей вашу новую жизнь. Семейную. Желаю вам счастья, самое главное, здоровья, чтобы у вас жизненный путь был как вот прям, я не знаю, чего чистое. Любите друг друга, уступайте. Перекрести. Помоги. Скорни от этого полковый хороший. Пусть даже будет счастливо, долго. Где накидка? Thank you.